Мы хотим, чтобы нас любили, мы сами хотим любить, мы хотим отношений. Это в нашей природе. Если бы у нас такой потребности внутренней не было, мы бы и не размножались, и сгинули бы. Другое дело, что часто любовь и отношения превращаются в какую-то социальную игру. Нету тепла, нету искренней заинтересованности в другом человеке, сочувствия к близкому. И это печально. И мне кажется, что вот это наше понимание того, что любовь и отношения – это вещь высокая и прекрасная, вот, оно способно нас сделать способным к любви и отношениям. Если это проект, вот, к сожалению, для многих отношений – это проект. Давайте сделаем проект. У нас будут отношения. Ну, звучит так. Конечно, в отношениях надо работать. Конечно, любовь требует инвестиций наших сил, времени. Но ничто не будет ценно, если вы не инвестируете в это. Поэтому, с одной стороны, здесь должно быть главное – это тепло и близость. Ну и, конечно, жизнь непростая, люди непростые. Поэтому они должны уметь друг друга, так сказать, и поддерживать, и это требует усилий.